Всем привет! Вы на канале Просто Авто. Сегодня нам предстоит замена подушек двигателя на Renault Kenga нижней и верхней. Для того, чтобы заменить нижнюю подушку, нам нужно будет открутить два болта под головочку на 18, это же француз, и один немножко послабить, чтобы увести кронштейн в сторону и вывести подушку. Чем мы, в принципе, сейчас и займемся. Вот у нас подушка, сайлентблок на ней порванный. Новая подушка у нас немного другой конфигурации, другой производитель. Устанавливать ее можно хоть так, разницы нету. Главное соблюдать соотношение сайлентблоков. Этот у нас входит в подрамник, этот прикручивается к коробке. Устанавливаем обратно. Верхняя подушка у нас масляная. По жирным пятнам мы можем видеть то, что масло с подушки вытекло. Она уже в неисправном состоянии, поэтому, собственно, и меняем. Нужно будет открутить нам три болта вот на кронштейне и 4 болта крепления самой подушки. 3. После этого снимем полностью с кронштейна и открутим вот отдельно болт, который крепит подушку к кронштейну. Сама процедура, в принципе, не тяжелая, немножко усложняет нам процесс газовой установки. После того, как послабили болты крепления подушки, поддомкрачиваем двигатель, положив туда что-нибудь мягкое, типа деревяшки или вот резинки, что вредит поддону двигателя. После этого откручиваем подушку, зажимаем в тисах и меняем. Вот она, наша подушка, зажали в тисах кронштейн, и сейчас нужно будет открутить болт на 18, заменить на новую подушку.
Ну вот, собственно, и все. Мажем болты, устанавливаем все на места, затягиваем. И очередная задача выполнена. Кому понравилось, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.